с минимальными, так сказать, негативными воздействиями, которые могут возникнуть после пластической операции. Если говорить по поводу оптимизации заживления, изменения формы губ, придания объема, здесь мы должны помнить о том, что есть категория лиц, которым показана уже операция и никак невозможно. Мы работаем нитевыми лифтингами. Если это фиксированные нити, если это серьезные нити с фиксацией, естественно, мы тоже используем.